разговора. Григорий Викторович Лепса, я стану водопадом. Сейчас для нас исполнит Размик Рстаян. Дайте энергии! Поехали! Добрый вечер еще раз. Как настроение? Аплодируйте еще себе, вы очень классная публика. Очень приятно выходить. Снег под ногами сделан на заказ. Что будет с нами, узнаем через несколько фраз. Слова как иголки, предложения как ножи. Поцелую в осколки, в прошлое не сложить. Мы теперь об этом знаем все. Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты. А тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та. Нам оставалась всего неделя, и она уже прожита. Ва-па-ра-па-па-пау. Не хотим перемен. Я мог бы стараться, но что мы получили взамен? Холодные ночи, молчаливые вечера. Давай все закончим, давай забывать номера. Мы теперь об этом знаем все. Винограда для меня уже слишком просты. Тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та. Нам оставалась всего неделя, и она уже прожита. Ла-па-ра-па-па. Ай, нет слов! Не уходи, дорогой! Размик Рстаян, громче! Браво, 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 браво! Женская половина, я уверен, растаяла. Ну, такой мужчина. Ах, ах, нет слов. Ах, можно сказать, приехали.